9 квітня у суботу о 13:10 перший автобус з другою військовою зміною персоналу ЧАЕС, який працював з 20 березня до 9 квітня, повернувся у рідний Славутич. Біля Союзу їх зустріли рідні та близькі. Как доехалось? Хорошо, все отлично. Здравствуйте. Все да, да, все. Момент, когда они уходили, вспомните. Ну, радостно было, конечно. Радостно. Да, мы вечером вышли, уже никого не было. Но... Отлично, да. А, да, с поверненням вас. Как там было? Все нормально было, да, да. Все работали, все отлично, да. Кормили военных. Да, забрали мальчиков наших, ну, конечно, видели, да, видели. Мы их провожали, пайки приготовили, но, конечно, никто не забрал. Там, хотя нам пообещали. Не ехали, не покормили, не покормили они. Ничего не сказали, куда их? Ничего не сказала, они резко забрали, их даже не покормили. А когда все поехали, какие были ощущения? В шоке мы были все. В шоке мы не ожидали, что так резко. Конечно. С вызволением вас. Спасибо. Как спасибо. Было? Все хорошо. Все хорошо. Да. Ну, наибольшая радость, когда они поехали? Очень большая радость была, когда уехали, конечно. Но последние минуты, конечно, было тяжеловато, когда уезжали. Потому что начали ломать там все, крушить. Было страшно. А так? Да, да, да. А так все. Когда уехали, все спокойно, все хорошо. Все, обычная работа, стандарт. Да, да, обычно. А долго вы ждали? Я же понимаю, несколько раз отменяли о том, что вас будут чуть позже забирать, менять. Честно, мы перестали ждать, так легче. Да. Мы были настроены, поэтому вторую партию повезли, и сразу эту будут везти сюда. То есть теплоход 2.20 идет Днепровской Теремцы. Туда 2.20, 15 минут погрузка и 2.20 назад. Только около 5 часов. Наступний автобус з персоналом ЧАЕС повернеться у наше місто сьогодні увечері.